где мои курёны? Их тут нет. Сейчас тихонечко. Они там, на том дворе. Как мне нравится, ребята, вот это вот, заросли вот эти вот. Кто-то, может, напишет, вырубайте, зачем вам это? Фу-фу-фу, а гляньте, как красиво. Оно как-то украшает. Гнездо готово, гляньте. Тут никто не сидит. О, яичко одно есть. Одно мы положили, чтобы лежало. Пришли? Пришли мои девочки. Пришли мои девочки. Ой, боже мой, ой, боже мой. Бегут, бегут, бегут. Заговорили. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Мои красотульки. Ку-ку-ку-ку. Попрошайки, такие, как и собачки тоже. Вот не голодные же, покушали, ходят, собирают. Там где-то какой-то жучок, какая-то мушка. Нет, все равно они ждут, что я им сыпну. В общем, вот, ребята, вот такой вот сарай. Вот. Надо здесь навести порядок. Ну. Так, кыш. Кыш. Девки. Здесь у меня ручка. Идите. Вот так Педро заговорил. Ласточки там строят, строят. С травинкой вон. Сидит с травинкой. Лепит. Вдвоем. Вдвоем, рядышком. Вон еще одна. Мама или папа? Что, мои девчулики? Им сколько ни кидай, они будут клевать и клевать и клевать. Так, ладно, все. Все, мне надо убираться. Вот, ребята, здесь такая вот бочка выдолбленная. Вы видите? Она выдолблена не из цельного дерева. Ой, не подниму. Вон, ну там пусто. Еще одна вот такая бочка. Она огромная. Ну, тут, наверное, хранилось зерно в них. Но их дело в том, что герметично не закроешь. И там мыши пасутся постоянно. Вот. Здесь вот скарб. Вот какой у меня еще чайник есть. Раритетный, видите? А, нет, это не отсюда. А, это вон оттуда. О, какой чайник есть. Навьё, ребята. Ну, вот как можно его выбросить? Нельзя, поставлю, пускай вот так вот стоит. Это крышка от него. Вот, где-то на это... В сарае даже. Вот, как красиво, да? Гляньте.
Или, может, на террасу поставлю наверху на этом. Тут вон еще вот такой чайник поставлю. Вот такой вот. Вот бидончик вон. Вон какой. Вот. Ну, а что? На раритетном шкафчике. У меня здесь вот еще какой бидончик есть. Гляньте. Видите? Угу. Это вам не хухры-мухры. С крышечкой. Вот. Тоже надо его куда-то приладить. Пыль. У нас еще остались веники вон с прошлой зимы крапивные. Не доели. Ну, ничего, съедят следующей зимой. Что им будет? Авоська. Я ее показывала уже. Вон она. Авоська. Вот так. В общем, убираюсь. Нашла ракушки там вот им. Насыпала. Клюйте. Выбирайте. Все, ребята, порядок. Все, порядок. Что смогла, повесила. Что смогла, поставила. Вот эти раритетные штучки не могу выбросить. Это деревенский колорит. Куда его? Куда без него? Без него это уже не деревня. Так что пускай будет хоть тут, хоть в сарае. Вот эти вот корзинки. Вот, да? Это все. Вот эти бочки. О. Эту бочку, может, туда надо было поставить, передвинуть. Но она такая тяжеленная. Пускай стоит, не мешает. Все, баки вот поставила вот так вдоль стенки. Теперь к ним можно нормально подойти, высыпать. Вот. В общем, так, порядочек. Что, Алёшенька, теперь тут у тебя порядочек. Спасибо. Нравится тебе? Да? Да. Класс. Вот. Молодец. Идем. Да. Да. Все, вот. Ведь туда далеко ходить. Что вы говорите? Надо сюда поставить. Зачем? Зачем тут в два ряда ставить? Если вот все оно стоит, легко подойти к каждому. Далеко ходить ему, два шага ступнуть. Хоть не начинай. А что это за баллон? А вот это баллон, вот хороший баллон. Для чего? Не знаю. Может пригодиться, повесила. Хороший баллон, жалко выбросить. Это деревня. Тут все может пригодиться. Вот так. Да? Да. Вот этот надо... Дуршлаг вон нашла. Надо привязать ручку к нему и ряску ловить. Собирать. Точно. Вот. Палку привязать такую подлиннее. Сачок может купить нам, как у нас был. Да он хлипкий, этот сачок. Хлипкий. Конечно. Ну что, можно? Не, можно купить и получше сачок, но зачем покупать, если есть вон, ну, это. Что, привязать просто палку к нему, да и все, крепенько так вот. Вот так. Ребята, вычитала вот этот вот чугунок. Ой, где тут? Вот сюда забить ее. Ой, а где же тут? А, вот. Цену видела. 50 рублей. Рубль 47 копеек. Ой, даже смешно, да? Даже смешно. Вот. Вот как... Раньше, да, жилось. Зарплата пускай была, ну, в колхозе какая там зарплата была? 76 рублей.
Да? Или сколько там? Там же трудогины. Семечки давали. Ну это когда давали? В каких годах? 60. А вот 70-е, 80-е года. Даже начало 90-х. Да не, начало 90-х. Ну вот до этого куча. Вот. Какая зарплата была, да? Так за эту зарплату можно было сколько всего купить? Вот такой чугунок. Интересно вот посмотреть, сколько стоит он сейчас. Его цена. Не меньше 1000. Вот посмотрю, напишу потом. Вот здесь, если найду, вот здесь напишу. Этот рубль 47. А сейчас вот. Так что так. Коробка спичек копейка стоила. Сейчас за копейку что купите? Сейчас уже копеек нет. Только рублей. Да. Лучше не вспоминать, потому что нападет ностальгия, это будет грустно. Так что так, вот, я в сарае, ребята. Все, убралась. Вот теперь у меня уже убраны два сарая. Там я убиралась раньше. Вон. А здесь вот сегодня убралась. Вот так вот. Можно жить теперь здесь. Так, следующая, наверное, будет кухня. Вот это вот летняя кухня. Там надо будет навести порядок. Но там надо будет, там сейчас из дома кое-что вынесли. Потом уже, потом наведем там порядок. На помойку, да? Да, это на помойку. Это все на помойку. Вон он там лежит. На мангале. Лёшик уже нашел палочку. Сейчас сделает этот резколовилку. А вот эта трубка не наденется? Нет? Вот лежит трубка тут. Не сломается она, Лёшик. Утонет. А? Утонет дуршлаг. Он же будет с ряской тяжелый. Я саморез кручу. Ой, у меня, ребята, расцвел этот жасмин. Такой что-то бедненький такой кустик. И какой-то ровный, прямой такой, неразложистый. Ну, может, и хорошо. Вот, гляньте, какая красота. А? Пахнет. Нюхайте. Ой, как пахнет. Ой, как пахнет. Ой, как пахнет. Такой вот красивый. Пускай растет. Большой. Да? Кувшинки распустились там вон на пруду. Ну-ка, сейчас пойду, может, покажу, сколько их там. Их с мостка не видно. Надо отсюда смотреть. Лодку доставать, Лешика, бесполезно просить. Бесполезно. Поэтому мой орех. Вон. Растет. Не знаю, будет, что с него не будет. Какой это он год уже тут растет. Вот. Не знаю, будет видно вам.
Вон они там, кувшинки беленькие. Уточка, уточка, уточка поплыла. Вон поплыла. Испугалась. Дурындочка, я тебя не трону. Ну вон, видите, кувшинки. Целые поляны. Горлица. Не было их раньше, никогда не слышала. Здесь вот, ни в Москве, ни здесь. Мне кажется, может, летят, знаете, бегут от этого шума. От грохота этого бегут сюда. Может быть, пустырник скоро зацветет. Кто не видел пустырник? Вот он. Пустырник. Он уже зацветает, видите? Вот такой вот. Он колючий. Как домик наш смотрится теперь. Конек оставили старый на этом, на крыше. Видите? Хотя купили новый, но оставили пока старый. А что такое? Домой хочешь? Да? Знаете почему? Потому что крыша неровная. Шифер с той стороны, вот он немножко просел. С этой стороны металл ровно, а с той стороны неровно. И придется, ну, равнять. Поэтому гнуть ребята не хотели конек. Уже с той стороны будем крыть крышу, тогда поставим новый конек. Вот так. А? Вот так. Не гнется? Это? Нет. Вот это вот. Тут вот. Не? Ну вот, надо брать ведро и идти за ряской. Вон надо брать. А что тут? Рыбка? Нет. А, хлебушек. Нет, проглоты. Проглоты. Сколько не дать, все надо. Ой, хватает, хватает, хватает. Это сухари. Сухари это Юрик нам привозит, сухари из города. У нас еще кофейку попить или кваску. Нет, кваску лучше холодненького. Что, Алешенька, клубничка? Да, потихонечку начинает спеть. Вот только начинает у нас спеть клубника. Много не будет, да, ну покушать хватит. Ну и хватит. Сколько будет, Лёш? А каприфоль, вы гляньте, как расцвелась. Вот так вот даже поверну. Вот, чтоб все было видно. Красивая какая. Яркая. Спрашивали мне, как она размножается. Черенками. Очень просто, очень легко. Даже можете вот так, если у вас есть куст, веточку пригнуть,
и прикопать ее, и она пустит корешки. Вот так. Нашла бочку там в сарае. А, она спарилась, помнишь? Она в бане у нас стояла, а была пустая, а от печки вот такой жар был, что она прям сплавилась. Вот. А я говорю, Лёшку, вот, сейчас поставим ее вот сюда. Вот. Вот так вот. И пускай водичка будет тепленькая. Поливать. Вот так вот. Пускай набирается. Так, а я сейчас, наверное, срежу. Некогда мне пить квас. Нет, сейчас побыстречку попью и срежу этот... пока не перерос кинзу. Что ты, Лёшек, ходишь, смотришь? Я просто хожу. Просто хожу? Привыкаю. Нравится тебе? Конечно. Да? Когда-нибудь думал, что у тебя будет такой дом? В деревне. Такая красота. Идем. Куда? Сделаешь. Ну, буквы, чтобы печатали. Буквы, чтобы печатали. Что ты там за кнопку? Вытирала компьютер и заблокировала, наверное, клавиши, что ли. Сейчас. Посмотрим. Кто? Лёшек теперь не может в интернете залезть. Кому? Надюшке позвонить. Да сейчас разберемся, Лёшек. Ну, надо потыкать. Я уже вроде все потыкал. Ты ну, все давай. Потыкал. Пошли, детки. Идемте пить квас. Жарко. Идите домой, дома прохладненько. Давай, давай, давай. Заходи. Ну, заходи давай. Лиза, вот Лизу надо хорошо попросить. Она только тогда пойдет. Видишь? Шерстни не только. Они, шерстни не только? Они полезны для урожая. Убивают всякую гадость. Да? Да. Ну, пускай если, живут. Если не мешают, пускай живут. Ну, главное, чтобы не кусались. Ну, они никому, они на человека не лезут. Что, только если человек угрожает их жилищу. Угу. А так они не лезут. Ну, ладно. Там в основном пишут эти, у кого ульи. Они пчел едят. А-а-а. Рыбу. Рыбу они очень любят. Приманку рыбу положить. Да? Да. Живую. Мальков, он наловит с очком пойти. Ага. Так что вот пусть. Урожай очень полезно. Ну, Лёшек. Не знаю. Что-то как-то стремновастенько они тут вот живут. Ну, вы когда приехали, сколько их было, блин? Помнишь, что на веранде лазили? Они тебя трогали? Нет. Только когда мы их убивали, они начинают орать. А так они его никого не трогали. Вот когда много появится, другое дело. А так они очень полезны. Убивают все. Ну ладно. Листьев, хилистьев. Ладно. Ага. Ну что замолчала? На камеру не хочешь? Не хочет. Ну что ты? Мартышка, Мартышуля. Мартышуля.
А я все смотрю на эту розочку. Какая же она красивая, миниатюрная. Напилась квасу, одела свою майку загорательную. Буду загорать. Что-то он не стоит. Укладывала утром. Ну ладно. Будет цвести моя эта гортензия. Вот в этом году посаженная. Это от Златочки. Гортензия. Вот. Так что не будем трогать их? Да нет. Да нет? Пока не трогает. А что там с осами? Ничего пока. Что вы говорите? Ты знаешь, что если оса укусит, то можно даже умереть. Да. Ну, они тебе мешают. Они где? В доме? Они в гараже. Приехал, уехал. Они не в гараже, они в теплице. А, вот это в теплице? Да. Ах ты, я забыл. Надо убить. Может, просто взять тапок и хорошо их пришлепнуть там? Да ну, скажешь. Нет. Ну, попшикаем, ладно. Вот надо поставить там эту бродилку эту с вареньем, да. Давай там поставим. Попробуй, поэкспериментируй. Давай, попробуй, поэкспериментируй. Давай. Давай, возьми бутылку, варенье там намешай, на солнце поставь. Да и не надо на солнце, сразу можно туда поставить, в теплицу. Говорят, еще фарш обработать яблоко. И они будут это, волей носить и кушать. А каким ядом? А каким ядом, да. Ну, наверное, вот этими, что деревья обрабатывают, кусты. О, давай. Что, компот есть какой-то? А там варенье есть в этом холодильнике. Давай. Я не смотрела, поэтому посмотрю. Иди, иди, наложи варенье, водички налей. А где варенье? В холодильнике. Яблочное? Да. Они любят яблочное. Вот, давай. Воды много не лей только. Лёшек привык, что всегда я рядом и всегда я рассказываю, показываю, подаю, помогаю. Вон они там. Строят, строят. Я не знаю, может ночью. Снять. Ну, сейчас сделаем это. Воина не купили. Не были мы на рынке в понедельник. И не купили воина. Помидорчики цветут. Вечером будем поливать. Вот теперь здесь вон водичка есть. Пускай небольшая.
емкость, но все же. Сделали вот такие вот ловушки. Не знаю, что получится. Там он еще одна стоит. Может, что-то получится. Шпинатик подрастает. О, надо поливать. Сегодня надо поливать. Фух, жарко. У нас сегодня такое видео, шалтай-болтай. Розочка расцветает уже моя. Это вот симпатия, но она как-то вверх тянется. Вот, а вот это вот кустом как-то вот поднимается. Две разные симпатии и фламентанс. Фламентан. В общем, фламентанс. Вот. Скоро расцветет. Будет вся красная. Будет красота. Так, что у нас? Что у нас? Обед скоро. Хочу показать вот сыр. Вот такой вот сыр купили. В рассоле брынза. Вот я положила ее на помидорчик, вот так вот. Вот. Ребята, как это вкусно. Какой вкусный сыр, какая вкусная брынза. Обалденно. Обалденно. Вот такая вот. 400 рублей килограмм. Вкуснятина. Класс, класс, класс. Да, с сыриком буду. Вот черный хлеб и с таким вот, с брынзой. Ай, это обалдеть. Вот так вот. Готовим кушать. Супчик там греется. Лешик на стол готовит. Будем обедать.